В распоряжении нашей редакции появилось видео последствий крупного ДТП в Новоленино. Напомним, утром там столкнулось 5 машин. Иномарка на улице Розы Люксембург врезалась в припаркованный легковой автомобиль. От удара обе машины отбросило на полосу встречного движения. Там по инерции они столкнулись с автобусами и еще одним автомобилем, водитель которого не успел отреагировать на возникшую дорожную ситуацию. По информации ГИБДД, никто в этой аварии не пострадал.